А во сколько лет ты узнал, что крючок в тележке нужен для того, чтобы за него цеплять пакеты? Вот так резать батон, как показано на картинке, это неправильно. Чтобы он не крошился, его нужно резать вот так. А так неправильно пить из трубочки вот в таких баночках. Для этого на баночке есть вот такое кольцо. Ты неправильно вешаешь туалетную бумагу. Правильно вешать ее вот так. Что будет, если океаны станут прозрачными? Каждый год в океаны сбрасываются тонны мусора, так что перед вами будет целая свалка мусора. Будет найдено более 10 тысяч затонувших кораблей. Человечество сможет найти более 100 тонн золота пиратов. Ученые найдут более 150 разновидностей новых рыб. Факты о любви, которые ты не знал. Большинство людей не могут смотреть более 6 секунд в глаза краша или крашихи. Если кто-то смотрит на тебя, когда он смеется, значит его или ее влечет к тебе. Девушка, как правило, не может полюбить второй раз парня, которого когда-то сильно любила. Только 36% людей могут написать слово «ветер» с закрытыми глазами. Интересные факты о животных. Корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься с нее. Утиное кряканье не дает эхо, и никто не знает почему. Улитки могут спать 3 года. Муравьи никогда не спят. Олени очень любят бананы. Животное, которое может не пить дольше всех. Крыса, а не верблюд.